125 лет прошло со дня рождения известного казахстанского писателя Жусупбека Аймауытова. Видные ученые и культурные деятели собрались, чтобы отдать дань уважения драматургу. В торжественной обстановке были озвучены доклады о его жизни и роли в казахской литературе. Жусупбек Аймауытов – основоположник драмы и романа на казахском языке. Яркий ученый и просветитель, оставивший после себя богатое литературное наследие. Жусупбек Аймауытов постоянно находился в гуще общественных и политических событий. Он был родоначальником жанра романа, сам участвовал в театрализованных постановках, создавал их. Я приехала с родины Жусупбека Аймауытова. Хочу сказать, что на родине его чтят как самого, наверное, одного из самых видных деятелей, представителей литературы казахской. Наш музей литературы и искусства имени Бухар-Жырау имеет уникальные экспонаты, которые принадлежали лично Жусупбеку Аймауытову. Он не только писал, переводил, был педагогом, общественным деятелем, но он был еще искусным мастером резьбы по дереву.